Ребятки, всем привет, с вами Александр. Не получается у меня сегодня записать тоже стримчик. Короче, только вот прибежал. Короче, остается 1:40. Давайте тогда с вами просто так запишу серийку. Посражаемся в офлайне, да? Нет возможности приготовиться, там, притащить ноутбук, все дела. Так что идем в Лигу Доминаторов. Я тут на 68-м месте. Немножко еще сделаем парочку пяточек боев. Для закрепления, так сказать. Так. Давайте будем выбирать. Ого, Монастига Топса. Я хочу Монастига Топса. Давайте начнем с Монастига Топса. Индораптора. И Крутика пусть будет. Такая корявая троица. Ну, надеюсь, нам хватит скилла, чтобы это дело все пройти. Монастига Топс. Ну, 6000 жизней неплохо смотрится. 800, 1200, 500. Самый сильный вот этот наш друг. Да, конечно, это нам не очень фартануло, но мы его, может быть, за два удара и пробьем. У нас бонус 1.4. Это можно даже посчитать, конечно, но... Ну, попробуем. Не, не хватает, да? Или хватает? Ну-ка, там может... Блин, 60 не хватило, представляете себе? 3. Хватит ему, может и хватит, но впритык. Он подменился. 2. Кстати, давайте сейчас мы его попробуем пробить. Так, карнораптор. Прекрасный гибридик. Пробил таки, хватило ему, ну ладно. Ну, Димитродона нам бояться вообще нечего. Давайте вызовем Крутозавра, раз у нас был в команде. И наваляем. Крутик победил. Кстати, посмотрел фильм «Хищник». «Хищник», да, он просто назывался. Вот тот, что недавно шел в кинотеатрах. Он меня очень огорчил. Это, наверное, ну, для меня это самая худшая, наверное, серия «Хищника», которая только была. Ой, ужас. Вот эта первая и вторая часть, конечно, были лучше всех. Ну, вот это еще в 2009 или в каком была неплохая фильма, где играл еще русский актер. Русский борец, тот, что был, когда их забросили на чужую планету, тоже вроде как неплохо был, но все равно хуже. Первая часть, конечно, самая крутая. Я уже жду, когда снимут людскую какую-то часть. Ух ты, ё-моё, ну нам чуть-чуть не хватило. Буквально одну карточку пролетели. Так. Давайте чуть дальше пойдем. Так, я хотел спинотораптора. Спинораптора просто взять. Допустим. Вот так, вот так и вот так. Ввиду того, что у нас появится гибрид 20 числа в Jurassic World Evolution, спинораптор, берем спинораптора. Кто не посмотрел, видосик по Jurassic World Evolution по обновлению есть на канале. Так, этого можно кусать. У него нет ни одной амфибии, это хорошо. Птеродоустра, кстати, тоже там ляжет чуть ли не с одного удара. Я думаю, он поставил защиту. Нет? Ну, блин, надо было его пробивать.
Ну, больше двух не поставит. Ну, это отлично. У меня просто там есть летунчик, он... Хотя нет, вот там у него, у Найринг еще остался. 6. Ну, хватит, пробивай, да, на 5. На 6. Траадончик, кстати, добавится, у нас тоже в Jurassic World Evolution. Вот это, кстати, наш траадончик выглядит забавно, да? Он похож на того траадончика, который был в Jurassic Park The Game. В игре на ПК. Неплохой такой. Я так атакую, как уже не глядя. У нас большой запас. И добиваем. Изи катка. Крутись. Супер награда нам попадись. Блин, и опять, смотрите, не хватило, буквально... Опять одну карточку прокрутили. Ну, на этот раз хоть 500 генов, не так обидно, но лучше 100 баксов. Баксы всегда лучше. Давайте крутить там дальше. Смотреть, кто у нас там да что есть. Так, кстати, вот у нас же турнир на Пахириника. Давайте возьмем Пахириника. И Иоландия ему в напарники. Девятьсот пятьсот тысяча. Самый слабый Метриалонг у него тут. Да, нам не очень фартануло, но у нас вторая амфибия. Значит, это хорошо. Так, ну я его пробью за 3, а он меня не пробьет. Это хорошо. Метриалонг слабый. А вот мастодонзавр вполне себе силен. Так. Иоламбия бьет 400. Блин, у Иоламбии-то жизни мало. Ладно. С Метриалонгом ей будет тяжело. Атака на 3. Так. А нам минимум 3-то и понадобится. Да, 3 мы пробили. И 1, 2, 3 надо. Надо брать. Ну, как обычно, нас атакуют, мы побеждаем, нас не атакуют, шанс есть у противника. У, хорошо, что я поставил 3. Это бонус такой-то большой, что-то 500, было больше, чем 500. Ну, вот и все. Победа, как обычно, на последнем ударе решалась. И 200 генов это сойдет. Так. Давайте там поищем. Может, что у нас такое есть, чем мы не сражались, допустим, давно, может быть.
Ну вот, смотрите, антарктопел, так кентарзавр, например. Давненько мы не сражались. Давайте посмотрим на броника. Так, по уго, неплохой у нас противник. 1300, 1000, 1000. Так, два удара и хана нам. Так, неужто это, наверное, будет первый бой, который мы сольем сейчас? Так, противник не шибко стремится в атаку. Позволил нам немножко накопиться, конечно. Можно было больше. Но нам... Подождите, мы сейчас, я знаю, у меня уже созрел коварный план, как мы будем выкручиваться из этой ситуации. Это если он мне сейчас атакует на 4, то он может победить. Ха-ха-ха. Обломал я его немножко. Ну, вообще-то план был не таков, но раз он уж так сделал, то пусть будет так. Я думал сейчас подмениться на кентрозавра, принести в жертву кентрозавра, но как бы и так сойдет. Две штуки мы пробьем. Ну вот, я хотел кентрозавром пробить. Давайте мы так и сделаем. Он ничего не поставил в защиту. На что он рассчитывал? Он думал, что у меня два динозавра, я его просто атаковать не буду. Мне вообще один как бы не нужен. Но опять гены. Ну почему баксик все время рядом и нам не попадается баксик? Так, ладно. Давайте уже не будем так далеко ходить. Я хочу видеть его величество Барионикса. Индоминус, Метриофодон и Барионикс. Помчались. Ух ты, смотри, какая против нас Юлия. Юлия с разукраской Хэллоуина. Фух ты, двушечка, Анкелодока пробить, это за милое дело. А когда-то Анкелодок был очень силен. Был очень силен. Сейчас он, наверное, слабее у Найринха 20-го. Это было самоубийство только что. Смотрите, я его пробиваю, ребята, за... У меня 299, а у него 290. У меня еще 9 баллов сверху. Так, ну давай, пробиваю уже спинотораптор. Спинотораптор. Всего лишь 4 балла. Что ты доделал? Что ты делала, мое чудовище, раз так воюешь? Так, ну блин, ну надо выпускать Барионикса, это же какой-то ужас какой-то. Такой красавчик и не повоевался практически. Но когти, конечно, гигантские.
Так, ну мы вот на 50-м месте, этого более чем достаточно, чтобы нам тут продержаться еще часок. Ну, мы и так бы не опустились. Ну, давай, может, что-нибудь ценное попадется. Да, конечно же, бифштекс, это лучше. Но, опять же, баксы были у нас в соседней ячейке, ребятки. Так что здесь мы награды уже точно получим, осталось совсем немного. Давайте мы сейчас посмотрим еще разок, кто не видел, на пахиринозавра. Вот так вот он выглядит. Вот такой вот красавчик. А еще, ребятки, давайте мы заглянем вот сюда. Нам осталось уже тут совсем немножко. Так что давайте будем еще парочку откроем. Так, что нужно было нам дальше? Чудище Монголии. То есть это существа из Монголии. Тираннозавр, Терезинозавр, Велоцираптор и Унайзавр или Галимим. Что это такое? Так, в Северная Америка. Трицератопс. Не Лимносцелис. Кулазух. Кулазух. Вылетело с головы. Так, Диплокаулус. Каулис. Раб. Так, а подождите, это кто-то у нас? Это Ютараб. Кто это у нас такой вот? Какой-то раптор. И Аллозавр. Так, микропропозавр и кулаз... Вот это кулазух. Блин, вылетел с головы. Так, ладно, стоять. Так, Лимносцелис. Или... Акантостега. Крутозавр, стегоцефал. Так. Рапторы. Ну, то, походу, Лимносцелис какой-то был. Так, давайте сейчас мы это проверим дело. Лимносцелис, да, точно, что-то мне как-то вылетело с головы. Вот так вот. Ладно, ребятки, на этом все. Осталось нам совсем чуть-чуть. Спасибо за просмотр и до скорых встреч.